За 10 лет количество участников премии «Алтын-Сапа» выросло в 3 раза. В этом году за звание лучших боролись 153 предприятия. Об этом рассказал замглавы Национальной палаты предпринимателей Нуржан Альтаев. Кстати, «Атамекен» впервые за всю историю премии стала ее организатором. Отмечу, что ежегодно «Алтын-Сапа» проводится в 3 номинациях. Лучшие предприятия производственного назначения, лучшие предприятия, выпускающие товары для населения и лучшие предприятия, оказывающие услуги. Я добавлю, что правила проведения конкурса значительно изменились. Во-первых, на 80% обновился состав жюри, в него вошли представители отраслевых ассоциаций и общественности. А во-вторых, в гонке теперь не могут участвовать предприятия, доля государства в которых превышает 50%. Кроме того, Нацпалата в этом году учредила специальную премию «Скер», ее обладателями стали 10 компаний. Мы знаем очень много таких примеров. Когда компании каждый год участвуют, понятно, это необходимо к этому стремиться, необходимо повышать качество. Как многие компании говорят, что это очень хороший маркетинговый ход, получить Алтын-Сапу, и это очень серьезно потом можно использовать на рынке. И понятно, что люди, население, потребители этих услуг или товаров, зная, что эта компания получила премию Алтын-Сапа, они знают, что это действительно качественный продукт, это действительно качественные услуги.